Чей Крым, Андрей? Российский. Киевская Руси. Не украинский, то. А что, если такое государство Украина вообще, оно зарегистрировано в мировом этом, границы там все эти? Украина – это суверенная держава, а вы громадянин какой страны? Я вот этой, где живу. Какой вот этой? Дело в том, что наша страна не зарегистрирована вообще, когда делали вот это все в 91 году. Там границы не обоснованы четко, но не доведены до путя сюда, как положено по юридическим законам. У нас границы стали все Советского Союза до сих пор. Мы имеем четкие свои кордоны, свою прикордонную зону. Скажите, будь ласка. Организация ООН, там написано четко, вот когда надо было все это произвести, Кравчук, а Кучма это все не сделала. Что вы думаете на рахунок войны, и чему Путин начал войну против Украины? Ну, это не Путин начал, это же вы начали. Да. А что вас удивляет? Кто сам? Я не знаю фамилию, мне без разницы. То ракетами бомбить нас не Путин. Это война, тут на войне как поебают люди, что делаешь.